Приветствую вас, Анна. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. То, что вы описываете, вот в принципе, имеет под собой несколько причин. Несколько причин, несколько оснований, если угодно. И здесь может быть как действительно такое вот нежелание делать что-то. То есть, например, вы действительно можете не хотеть, скажем, учиться. Вам действительно может не нравиться учиться. Вам действительно под конец учебы, если это конец учебы и в школе, ну, может надоесть этим заниматься. Тут просто идет как бы отвращение, да, от этого. У вас действительно может быть более такие, ну, скажем так, интересные вещи, интересные там увлечения. У вас действительно может быть что-то более привлекательное, чем учеба. То, что вас отвлекает. Вот то, что вас отвлекает, в психологии называется фигурой. И нужно как бы завершить, понимаете, нужно как бы завершить вот то, что вас, к примеру, отвлекает, да, вам нужно завершить это. Для того, чтобы начать заниматься тем, чем нужно. Пока вы не завершите, вас это все время будет отвлекать, к сожалению. Поэтому здесь, при всем моем уважении, да, нужно разбираться, что же все-таки конкретно вас отвлекает и почему. Потому что это действительно важно. С другой стороны, следуете определенному сценарию, когда человек не может достичь своей цели, подсознательно выполняя указания своих родителей, которые сами, в свою очередь, также не понимают того, что они посылают, к примеру, ребенку своему не совсем, так скажем, адекватную позицию, не совсем корректную позицию. Вот. То есть вы можете быть, скажем так, объектом действия сценария, можете находиться в сценарии, который мотивирует вас действовать вот так примерно, как вы
действуйте сейчас. Наконец, вы можете не чувствовать того, что то, что вы делаете, то, чем вы сейчас занимаетесь, ну, это действительно ваше. Быть может, для вас слишком важно, слишком, может быть, значимо то, что вы делаете. Слишком значимо, слишком важно. И из-за того, что вы придаете тому, что делаете, чересчур много значения, из-за этого, возможно, вам, ну, не хочется закончить это. Хотя, конечно, хотя здесь нужно, конечно, поисследовать этот момент. Вот. Так что здесь нужно данный момент изучить, так или иначе, да? То есть нужно понять, что и как происходит. Так что, я не думаю, что вам стоит действительно задерживаться, если вы хотите срочно решить свою проблему. Выбирайте себе психолога, начинайте работать, я думаю, что результат себя ждать не заставит. Вот. Вполне возможно, что вы боитесь ответственности, вполне возможно, что вы просто не хотите завершать как бы то, что делаете, то есть вы можете подсознательно держаться за учебу. Просто, ну, просто потому, что как бы дальше в противном случае идет какая-то вот неопределенность, да? Вот. То есть тут такой вот важный момент имеет место быть. И мне кажется, что нужно обратить на это внимание. Так что, Анна, если вы хотите решить свои проблемы, если вы заинтересованы в этом, то обращайтесь за помощью к любому из экспертов, который вам понравится, и начинайте работу. Вот. Значит, прокрастинация отлично корректируется. Вот, просто на это, ну, нужно время. Для этого нужно время. Вот, то есть вполне возможно потребуется не одна беседа, но я думаю, что
после первой беседы вам уже станет лучше и легче. Вот. То есть здесь такой аспект. Вот вы пишете, что нельзя сказать, что у меня нет цели, или я не знаю, зачем мне делать то или иное задание. Значит, когда я начинаю это делать, сразу подсознательно ищу причину, по которой я могу этого избежать. Значит, вам не хочется. Значит, вам не хочется. То есть вы не желаете признать, что вам не хочется это делать, вы избегаете, ища причину. То есть оправдываете, что стыдитесь. Вот примерно с чувством стыда и нужно работать. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.